Дальше помол. Это наш раритетный образец. Самый первый. До сих пор в бою. Хорошо. И мы его немножко модернизировали, сделали наклон, там пневматический прижим. И он у нас работает, он такой, у него немножко другая конфигурация камней, он как конш. То есть в нем конширование идет гораздо лучше. Фактически сейчас просто он вымешиванием занимается у вас, да? Нет, он перетирает, но мы на нем работаем ориджины. То есть там, где хочется получить очень нежную текстуру. Где долго можно позволить себе. Да, и здесь 30 килограмм загрузки, как бы получается как раз то, что надо. Как наш дружок справляется? Слушай, ну достойно себя показывает, прям вот в ряду вот этих вот машин он прям держит марку. Ничего не скрипит, не шатается, и по времени помола они вот идентичны все. Ну, то есть ты не видишь профита в пневмоцилиндрах как таковой? То есть это... Я не вижу разницы. Разницы не ощущаешь? Да. Скорость примерно та же получается? Скорость производства примерно та же. На каком давлении, сколько бар очков подаешь здесь давление? Здесь же фактически... Где тут можно посмотреть, где-то 3, 3,5, 4, там его меняют. За но больше, чем когда трех даешь, там выработка очень большая. Слушай, вот, кстати, по разнице между вот этими машинками, вот на этом выработки почти нет, а вот на, мы когда вот этот получили, мы вот на этом только камни поменяли, они были нулевые оба, типа, да, ну, примерно нулевые, вот на этом уже там канавка, будь здоров. Канавки? Да, да. А вы продиктовали свои канавки? Нет, это стихийно образовавшиеся канавки. Думаешь, не придут? Нет, это канавки в дне. Мы их еще пока никто не запатентовал. Можешь успеть.